Жизнь – чудесная вещь, когда понимаешь, когда чувствуешь, когда в балансе находишься с небом и землей, когда сам себя находишь и в себе безграничность открываешь и путь туда начинаешь. То место, где нету конца и нету начала. В то состояние, что словами не описать и на бумаге не записать. Место любви, мира, присутствие любви. Когда вот в себе все это видишь, находишь, тогда все мирское, суетное безразлично становится. И душа свои крылья приобретает, и над всем этим возвышается. Такой момент, главное не опоздать, вместе с душою вознестись, а не здесь, в вечных муках, горения ада, в присутствии неба на земле.